Ребята, всем доброе утро. Сегодня на завтрак приготовлю луковые блинчики. Посмотрела одного блогера и захотелось. Добавила я укроп. Добавила я яйца, соль, перец. И сейчас добавлю манки. Все делаю на глаз. То есть так, чтобы получились блинчики. Можно было их жарить. Все перемешала, ребята. И теперь немножко пусть постоит, минут 10-15. И потом будем жарить. Все греется сковородочкой, сейчас будем жарить. Хотела сказать немножко об этих блинчиках. Эти блинчики когда-то готовила в детстве моя мама. То есть это еще с тех времен. Эти блинчики очень необычные. Они вроде бы простые и необычные. Но снова же на любителя. Тот, кто не любит лук, то блинчики эти не подойдут. А тот, кто любит лук, попробуйте, приготовьте. Очень вкусно. Жарятся мои блинчики. Уже пахнут. В общем, у нас вот такой будет завтрак. И хочу сказать, что жарить эти блинчики нужно на небольшом огонечке и, ну так, не быстро, так как лук, и он должен хорошо прожариться. Пока жарятся мои блинчики, наша красотка играется песочком. Да, Дотя? Котик. Котики, а что ты делаешь? А ну покажи, кто это такой у нас? Это еще котики. Котики, да? Да. А может это краб? Ты же говорила, что это краб. Да. Краб? Еще дом. Дом, понятно. Тебе нравится песочек? Да. А покажи нам лайк. Ух ты! Класс! Умничка! Слушай, Дося, ты такая распатланная. Да мы еще только проснулись. У нас такая Виталина еще без прически. Да, Дося? Да. Мы обычно прическу сразу делаем, но сегодня у нас выходной, поэтому мы расслабились. Да, Дося? Да. Давай я тебе помогу. Давай. Или маме нельзя помогать? Можно? Да. Да? Ну что, вы, краба переворачиваем? Да. Давай. А ну... Ух ты, какой краб! Посмотри, это Виталина сама сделала. Умничка. Ладно, пошла я к своим блинам, а то сгорят. Хорошо, Виталин? Ай-яй-яй. Вот такие блинчики у нас получились. Всем приятного аппетита. До свидания. Лайкайте, подписывайтесь. Всем удачи.